Добрый день, дорогие подписчики канала «Жизнь на воде». Сегодня у нас 10 мая, и предыдущие пару дней нашего путешествия мы не очень активно снимали, потому что пробовали приноровиться к катеру, понять, как он себя вообще ведет, ну и как-то обустроиться здесь. Сегодня выдалось утро очень солнечное, и видите, я в одной тельняшке сижу на флайбридже, дует ветерочек такой, не очень холодный. И хочу вам быстренько рассказать, что же у нас было вчера, 9 мая. Значит, вышли мы вчера из яхт-клуба «Морские волки», часиков 10, и пошли в сторону Свири. Пошли, решили, дойдем до Шлиссельбурга, там посмотрим по ветру, пойдем через Ладогу, либо все-таки Нововоладожским каналом. Когда дошли, поняли, что ветер что-то раздувает, хоть и Винди показывал не очень большую волну, но решили не рисковать и заодно посмотреть, как же все-таки Нововоладожский канал выглядит, потому что ни разу по нему не ходили. До Волхова дошли без проблем, ну, с одной маленькой там будет видно, когда на плавной мост лаву надо было руками разводить, мы попросили мужчину нам помочь развести, он, видимо, был уже не очень трезвый, отметивший праздник, поэтому начал крутить мост на плавной не в ту сторону и лопнул трос, то есть мост встал. Ну, благо местные жители там как-то быстро сориентировались, все это починили обратно, видимо, не регулярно это вытворяют люди. Соответственно, все починили, нас пропустили, мы всех поблагодарили, пошли дальше. Дошли до реки Волхов. Там заправились, сразу выходите, с правой стороны заправка, ну, наверное, дам сейчас координаты ее, заправка с воды, единственное, что даже сейчас по высокой воде не очень было глубоко, где-то порядка 0,9 показывал мой эхолот. Ну, может быть, я померил так багром около метра. Ну, мы, благо, ничем не цепанули. Все нормально. Подошли, пришвартовались, встали, заправились. Бензин 54,90. По-моему, сейчас вот четко не скажу, посмотрю. Ну, вроде так. Что удивило? Катер действительно кушает литр на километр. То есть мы прошли до этого места 125 километров. 125 литров мы залили. Вот это приятно. Дальше мы заправились, но не успевали уже по расписанию на лаву. На 16.30 мы не попали. Решили пойти все-таки через Ладогу. По Волхову вышли в Ладогу. Волна такая была, ну, ближе, наверное, к метру. И что-то как-то мы подумали, не очень комфортно прыгать сейчас на этих волнах. Думаем, ну, да ладно, давай вернемся. Вот, вернулись, пока обратно дошли, уже там минут 15 нам оставалось подождать до следующей открытой лавы. Но следующие две, которые перед Свирью оставались, они, мы на них точно не успевали, потому что прогон 20 километров надо было добежать до следующей за полчаса. И мы не хотели уж так вот гнать, потому что нас предупреждали, что в канале могут быть бревна, поэтому хотелось идти без повреждений. Пришли мы где-то в 6.15. Подходим к лаве, просто без разговоров. Там куча каких-то рыбаков, которые с подъемниками рыбачат, не знаю. Вот. Прям моментально нам лаву развели, все поздравили, опять же, с праздником. Возможно, в честь праздника так, такие приятности. Мы прошли, дошли до последней лавы перед выходом в Свирь. Никого нету, просто люди там гуляют. Мы спросили, как бы нам пройти. Нам любезно помогли найти людей, которые вообще занимаются. Спасибо всем огромное за участие. Нас пропустили, конечно, сказали, что, ребят, ну, надо приходить по расписанию. Но открыли. Мы прошли, вышли в Свирь. И часов, наверное, половина девятого остановились в километрах в пяти от канала. Здесь на ночлег на якоре. Прекрасное место, небольшой такой закуток. Ну, по видео вы увидите все или уже увидели. Я поснимал с коптера. Течением нас вытянуло на одном якоре, потому что второй кормовой у нас сломался, как вы тоже уже знаете. Вот сейчас утро, 9 часов. Мы, в принципе, сейчас завтракаем. И идем дальше. Сегодня в планах пройти всю Свирь, дойти до выхода в Онега. Там на базе заправиться, наверное, переночевать.
А дальше посмотрим, либо пойдем в Петрозаводск и Кижи, либо пройдем Онега и пойдем уже дальше в сторону Москвы. Ну, как сложится, увидим. Лодейное поле. Вот такой развал. Лодейно-польский яхт-клуб. Мы когда шли в Санкт-Петербург, в нем останавливались, заправлялись. Сейчас проходим мимо и идем уже заправляться туда. Татьяна Сергеевна, на швартовке у нас находится. Первый раз на этом катере. Да, с багром, со всеми делами. Идем в Нижнесвирский шлюз, сейчас будем заходить. Пришлось перевешивать кранцы на левый борт. Не дали нам правую сторону. Дорогие подписчики, ну, честно говоря, не знаю, кто это люди, которые управляют такими судами, но вы просто посмотрите, это не люди, это боги какие-то. Посмотрите, заходит в шлюз, я не знаю, там с каждой стороны, наверное, по метру, а судно, наверное, метров, не знаю, там 100, если не больше. И вот это вот все в такие узенькие створки заводит, ну, просто бомба. Смотрите, какая красота. Это все территория, принадлежащая шлюзу. Татьяна Сергеевна, как зашли? Хорошо, по-моему. Зашли отлично. Посмотрим, как будет ее качать. Привязались за одну утку. Сейчас, смотрите, Волгодон 50-56. Того, что сейчас яхта у нас высокая и на флайве стоим, смотрите, гидра работает. Добрый день, Шахарова, как вам ход регулировать? Добрый день, ваша сторона, это больше часа, может быть, даже на икоречек вам? Хорошо. Верхнесвирский шлюз. Заходим. Сейчас будем швартоваться левый пятый.
Верхнесвирский шлюз. Рым 5 у нас. О, какая бочка. Сверху, наверное, будет видно. Мы с девчонками стоим. Тоже растянули корму, хотя сейчас не крутит. В прошлый раз чуть-чуть начало корму заносить. Поэтому сейчас вообще ровненько идем. По берегам мы шли, еще снег лежит вообще. И деревья в Москве, говорят, напоминаю, сегодня 10 мая, в Москве уже вовсю там зелено, а здесь кроме зеленых елок зелени нету. Проходим верхние мандраги или мандруги, не знаю как. Сегодня 10 мая, а вот здесь еще снег. Все, дошли мы до стоянки. Девчонки уже вон болтаются. Вот здесь уже Онежское озеро видно. Зашуртовались. Сейчас будем заправляться. А завтра в Петрозаводск, если погода позволит. Подведем итоги дня сегодняшнего, 10 мая. Прошли 205 километров, это всю Свирь практически, два шлюза. Сейчас стоим прямо при выходе в Онежское озеро. А на гнезде сидит прямо рядом с пирсом красотка. Ну, что замолчала-то? Давай. Еще, на камеру. Не, не хочет. Якорная прям... Перед выходом в Онежское озеро мы заправились здесь вчера. Условия заправки по чеку топлива и плюс 1000 рублей за каждые 100 литров топлива, чтобы привезти, потому что привозят с того берега на пароме. Вот. А теперь хочу рассказать вам о том, как здесь красиво и какие здесь мастера по дереву есть. Мы вчера, конечно, впечатлились, когда пошли. Вечером уже было снимать не стал. Сейчас прям пройду, специально вышел, поснимаю вам. Это впечатляет. Это все из дерева. Смотрите.
капитан Врунгель. Папай, смотрите, какая ладья. Наверное, все равно на камере это не так видно, но это впечатляет. И дальше чуть-чуть будет дергаться камера. И хоп. Сейчас тогда я выключу. Вот, смотрите, прям вдоль берега целая аллея. Драконы. Это Змей Горыныч. Качели в виде якоря. Смотрите. Тара-т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 а. У меня вчера Ульяна увидела этих героев. Говорит, хочу пересмотреть «Остров сокровищ». Пошла вчера, сидела, смотрела «Остров сокровищ». А вон мы стоим. Прям пирс. Мне прям вчера приятно прям улыбнуло, смотрите. И даже ядро вылетающее. Вообще очень приятный. Но дальше не пойду. Кто захочет, дойдет и посмотрит сам. Вот такая вот база. Можно снять домики, если кому-то надо. И можно снять баню. Вот, попариться. Помыться, попариться. Ресторан у ребят еще готовится, пока не сделан. Вот, поэтому кушать только самим. Но у каждого домика стоят мангалы. И можно в мангале что-то себе там в барбекю приготовить. Все, дальше уже будем включаться либо, наверное, с озера, либо уже из Петрозаводска. Creeping up from the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit. Давай. Мы где-то посередине, даже чуть больше, да, пути. Осталось нам километров 40 до Петрозаводска. Вот такая вот красота. Сейчас волна и ветер стихли. Волна такая была где-то, наверное, сантиметров 60. Мы шли. Сейчас сантиметров 15. Красиво. Вода 2 градуса. Ветер ледяной просто. Просто ледяной. Пока Таня смотрит, где мы сегодня будем кушать в Петрозаводске, хочу вам сказать сейчас. Интересный холод показывает под нами глубину 52 метра. Но так чисто оцените высоту вашего дома, в котором вы живете, и глубину, по которой под нами сейчас находится. Привет, мы дошли до Петрозаводска,
приходим, говорит, что ты, яхт у вас тут и кораблей мало сейчас на воде. Он говорит, ну, 3 дня назад лед сошел только. Так что 3 дня на них еще лед был. Вот мы чуть раньше бы пришли бы и не дошли. Посмотрим. Сейчас пойдем в город гулять, обедать. Поснимаем вам. Скажи, где? Интервью. Да, центр Петрозаводска, мы идем. Вон внизу озеро Онежское. Онежское озеро. Красиво. Девчонками дошли до набережной. Очень красиво. Мы когда подходили к Петрозаводску на катере, я говорю, что-то мне кажется, какие-то одни строительные вообще районы, одни заводы. А вот нет. Такая красивая набережная, облагороженная. Прям все здорово сделано. Очень нравится. Очень красиво. Так, Ульяна вот натирает кошелек, зарабатывает нам деньги на топливо, чтобы нам можно было заправляться без ограничений. Памятник поставлен, вот эта пирамида, в 2003 году к тому, что было окончено строительство вот этой набережной. Ну и дальше перечисляется, кто участвовал. Там правительство Российской Федерации, город Москва, правительство Карелии, правительство города Петрозаводска. Все молодцы. Ну, сделали замечательную набережную, конечно. Дорогие друзья, дорогие подписчики, не дошли мы до Кижей, километров 20 начались льды. Вот, если видите, вот это вот все лед. Вон там айсберги плавают. Поэтому не стали рисковать. Местные вроде как-то проталкиваются, но я что-то не стал рисковать, потому что бакенов нигде нету, хотя обозначено, что должны быть. Стоят вешки, но тоже непонятно. Вон там, может быть, будет видно палочки. Или вот, вот она стоит. Вроде иду по судовому, но что-то как-то стремновато, поэтому принято решение разворачиваться, не рисковать ни техникой, ни собой, и идем в сторону Вытегры. Сейчас 130-120 километров по Онеге. Выскочил на флай. Смотрите, мне сейчас солнце отсвечивает, не вижу. Ну вот островок, даже какой-то корабль, посаженный на мель, и все в снегу. Может, отсюда будет лучше видно. Смотрите, вот этот вот лед, вот это лед. Вот это лед. Ну, соответственно, буи еще не выставлены, видимо, лед зашел. Ну, вот вчера разговаривали с местными, они говорят, мы по спутникам смотрели, еще лед стоит. Сегодня спросил, говорит, вроде зашел, вроде пройти можно. Ну, наверное, говорю, можно, но не стал я рисковать. Где-то посередине озера остановились. Не знаю, будет видно на камеру или нет. Вот это все лед, берега еще во льду. А я вчера, когда шли по Онеге, Ульяна вдали видела какие-то белые поля. Говорит, это лед. Я говорю, какой лед? Понимаешь?
drop so freezing, so cold. Behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a face and my mind starts feeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. God bless for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to. It's a tough climb. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Про сегодняшний день. В 11 часов из Петрозаводска в сторону Кижей. Шли сколько километров? 40? Нет, да, 40 в сторону Кижей мы прошли. 45 прошли в сторону Кижей. И остановились. Дальше решили не идти, потому что непонятно, еще не было бакенов. Непонятно, где сюда вход. Какие-то вешки там стояли. Как это называется? Палочки. Да, какие-то вешки. И мы не сориентировались, куда дальше идти, испугались, причем вокруг снег, лед, и как-то так это подумалось про Титаник сразу, и не захотелось быть Титаником. Ну, дальше, что? Ну, ты теперь. Я теперь. Короче, мы решили не идти в Кижи и пойти в Итигру. Значит, построили маршрут, получилось 109 километров, нам надо было до места стоянки, не доходя там километров 5 до самой Вытигры, хотели встать на якорях на ночлег. Все нормально, мы прошли сколько, около 100 километров, осталось 9, и вот эти вот 9, они испортили нам всю картину, потому что лед был сплошным слоем. Это то, что оторвало 4 мая в Петрозаводске. Когда мы пришли, нам сказали, что лед только недавно у них ушел, прям одним днем сорвался и куда-то уехал. И, видимо, когда мы шли в Петрозаводск, вдоль левого берега, если выходить из Свири, то навстречу нам по правому берегу двигался этот массив льда, который как раз и уткнулся туда в выход к Вытигре и заблокировал там все. Мы так попробовали вдоль льда пройтись, понятно, что вообще вариантов никаких пробиться. Вот, видели какое-то огромное судно, которое там пробовало и проходило, ломало лед. Ну, мы подумали, что все-таки наш пластиковый катер немножко не ледокол, поэтому развернулись и пришли обратно сюда в Свирь, в яхт-клуб «Якорная», встали на ночлег, связались с диспетчером «Волга-Балта». Она говорит: ну, ребят, вы, конечно, молодцы, говорит, а вы откуда знаете, что там лед? Я говорю: а мы сходили, посмотрели. Она говорит: вот даете. Говорит, мы сейчас выпускаем туда только суда этот, такого ледокольного класса. Вот. Я говорю: ну, мы почти ледокол. Поэтому завтра мы попробуем пройти по обводному каналу Онежскому. Уже тоже с диспетчерами поговорили, сказали: утром подойдите, побибикайте, вам откроют и пропустят. Надеюсь, мы обойдем вот этот вот ледяной затор, который образовался, и все-таки окажемся завтра в Итигре и пойдем дальше по Волга-Балту. Потому что, конечно, в планах здесь остаться на неделю, и пока лед не растает, что-то нету. В общем, вот так вот. Так у нас сегодня прошел день. Сколько мы сегодня? 198 километров по Онеге в итоге прокатились. Да, больше.
198 посчитали. Ну, туда. 45 туда. 45, 110 и сюда около 40. Ну, там посчитал 198 получилось. Поэтому все, устали. Ложимся отдыхать. Всем дальше приятного просмотра.